Улыбнитесь, мои котята, с вами Прика, и добро пожаловать в Animal Jam. Итак, давайте посмотрим, что же нам новенького добавили сегодня в игру. Итак, среда обитания панд. Привет всем игрокам, я альфа-панда Лиза. Мы альфа-звери, защищаем Джаман, но в мире есть и другие уголки живой природы. Каждый день им угрожает опасность, но нам, увы, туда не добраться. В стране Китай течет река Янцзы. В ее бассейне живут милые панды, и прямо сейчас люди разрушают их среду обитания, строят дороги и разные здания. Да, это очень, конечно, печально. Сибирская хаски. Нам добавили хаски и комплект. За 250 сапфиров мы можем купить хаски. И так, какой комплект? Вместе с сибирской хаски у тебя появится костюм хаски с капюшоном и эксклюзивный костюм хаски для боевых искусств. Прикольненько. Храм Всезнаек. Вай, добавили новую игру, которую можно найти в храме Зиос прямо сейчас. Интересненько. Также обновились бега. Теперь мы будем собирать крабиков. И добавились две вечеринки. Вечеринка свободы и пляжная вечеринка. Также у нас есть факты о животных. Отличненько. Это просто супер. Отправляемся в сапфировый магазин. Сразу для покупки нашей хаски. Здесь у нас ночь, вай. Очень редко я захожу в джама, и чтобы у нас была ночь, вообще еще реже бывает. Так, у нас здесь еще сет какой-то добавили. Ага, карамельный сет у нас есть. Отличненько. Ой, здрасте, здрасте, здрасте. Так, эксклюзив. Зеленый комплект. Комплект шустрой сибирской хаски нужно покупать отдельно? Ничего себе, это очень интересно. Зеленый комплект будет стоить 350 сапфиров. Ага. А у меня всего лишь 211 сапфиров, то есть я не смогу купить комплект. Так, и вот сам комплект сибирской хаски, костюм для боевых искусств. Давайте посмотрим. Вот таким образом он выглядит. Отлично, и костюм хаски с капюшоном. Вот такой красивый. Так, ну так как мне не хватает сапфиров, то я не смогу купить эксклюзивный костюм. Так, всем приветик. Привет-привет. Всем привет. Так, хорошо, отправляемся тогда сюда в логово и отсюда будем покупать нашу собачку. Отличненько. Так, где у нас собачка? Собачка у нас продается здесь, в магазине. Смотрим. Хаски, 150 сапфиров будет стоить. Конечно же, мы ее купим. Будет у нас еще и собачка, маленький храм Ирис. Ну, давайте маленький храбрый Ирис пускай будет. Еее! И мы теперь будем... Кошечка Прика будет у нас в виде вот такой вот собачки. Причем очень милая. Очень милая. Давайте ее теперь приоденем. Как положено, да? Вот так у нас будет выглядеть собачка. Очень скромненько, но мне кажется, ей эта одежда подходит. Отлично. Вот наша хаски. Еее, давайте рассмотрим действия, какие есть. Танец. Очень прикольный танец, если честно. Смешной. Так, особое действие. Она там что-то раскапывает. Ну, это обычное действие для собаки. Так, прыжки. Сидит. Так, давайте вот так вот боком посмотрим, как она сидит. Ага, сидит, отлично. И спит. И спит наша хаски вот таким образом. Класс. Вот такая милая собачка. Мне нравится. Просто супер. Хорошо, отправимся теперь куда? В храм Зиос, да? Давайте посмотрим, что там за игра. Интересненько, интересненько. Так, как в нее заходить? Вот здесь, да? Да, я думаю, что здесь. Так, отвечай на вопросы викторины и получай самоцветы. Блесни знаниями и утри нос другим игрокам. Ну, навряд ли я здесь буду блистать знаниями. Так, у кого из этих животных самые большие глаза? Предлагаю выбрать гигантские кальмары. Мне кажется, больше всех подходит этот ответ. Шлемоносные василиски прекрасно умеют плавать, рыть землю или прыгать. Если честно, я не уверена, но я думаю, что они умеют плавать. Давайте выберем плавать. Да, действительно, правильный ответ. Седьмая от Солнца планета называется Юпитер, Сатурн или Уран. Я давно училась в школе, это надо будет спросить у Чипсика. Давайте выберем, даже не знаю, если честно, давайте выберем Уран. Как еще... Ой, я не успела. Тут на время, скорее всего, нужно поменьше думать и больше отвечать.
Прикольно, несколько вопросов и 110 мы получили самоцветов, я так понимаю. Гемы — это самоцветы. Если бы давали сапфиры, это было бы очень круто. Так, что ж, у нас еще есть пара вечеринок, но я сомневаюсь, что они сейчас открыты. Давайте посмотрим. Так, светская вечеринка у нас сейчас открыта. И чайная вечеринка. Вечеринка для тигров. А, вечеринка свободы будет через 1,5 часа. И, к сожалению, сейчас на вечеринку мы попасть не сможем. И купить эксклюзивные вещи тоже на вечеринке мы не сможем. Но зато мы купили хаски. Очень милая собачка, она мне нравится. И теперь мы отправляемся на бега. Так, ой, приветики, приветики. Тут меня уже ждут, оказывается. Так, давайте потрясем дерево быстренько, быстренько. Так, окей, окей. Посмотрим, что нам дадут в сундуке. Но сегодня, по-моему, ничего не выдают. А, так, я в видео, да? Вы все знаете, что я снимаю, или вы просто догадываетесь? Так, посмотрим, что здесь. Здесь, наверное, самоцветы просто дадут. А, нет, по пятницам здесь дают бургер и картошка фри. Вау, классно. Так, хорошо, давайте начнем сразу бега. Сомневаюсь, что поменяли локацию, но я думаю, что поменяли сеты. А, ободок с крабиком. Давайте посмотрим, что там за ободочек. Вот такой милый ободок. Интересно будет посмотреть, как выглядит сет. Потому что светлячковые сеты были просто потрясными. Я думаю, что сет крабика будет не менее потрясным. Сейчас мы собираем вот таких синих крабиков. Они существуют на самом деле. Это очень редкие крабы синего цвета. Вот, как их собирать, я сейчас вам покажу. Может быть, многие первый раз играют в бега, потому что раньше бега у нас были с подпиской, сейчас они доступны для всех. Кто с подпиской и без подписки может играть в бега. Так, вот собираем крабиков, и также их нужно будет собирать вот в таких песчаных замках, да? Так, тут там дают самоцветы, но это только для подписчиков, к сожалению. Можно открывать такие сундуки, где получают или самоцветы, или какие-нибудь вещи. Вот, порталы, как обычно, открываем. Угу, супер. Ну, выглядит, конечно же, все классно. И у меня такая ностальгия. Здесь в ведерках тоже есть крабики, поэтому мимо ведерок не пробегаем. И складываем их все сюда. Так, на островах тоже все смотрим. Мне очень нравится, как острова поделены на такие вот фрагменты, и между ними еще провели такие замечательные мостики. Так, здесь тоже вскрываем портал. В портале дают самое большое количество крабиков, поэтому мимо порталов не проходить. Осталось всего лишь 3 секунды. Ну, шлем, наверное, мы не получим, то есть ободочек, да? Да, к сожалению, очень мало насобирали крабиков. Ободок нам с первого раза не дали. Ну что ж, вот такое видео получилось. Надеюсь, вам понравилось. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, если вы вдруг еще не подписаны, чтобы не пропустить следующие серии по игре Animal Jam. А с вами была Крошечка Прика, и увидимся в новых роликах.